Новые подробности железнодорожной катастрофы в американском штате Пенсильвания. Крупнейшей за последнее время. В эти минуты идет спасательная операция на месте крушения пассажирского поезда, который следовал из Вашингтона в Нью-Йорк. По последним данным, 5 человек погибли, более 140 пострадали. Сначала говорили о теракте, но позже эту версию назвали маловероятной. Кадры с места событий в репортаже нашего собственного корреспондента в США Жанны Агалаковой. Спасатели прибыли на место трагедии через 7 минут после случившегося. То, что они увидели, было похоже на сцену из фильма «Катастрофы». Чудовищная сила смяла состав, разбросала вагоны, повалила линии электропередачи. Даже рельсы вздыбились над железнодорожным полотном. Только с вертолета оказалось возможным оценить масштаб случившегося. Там ужасная картина. Мы пешком все прошли. Локомотив буквально оторван от состава. Один из вагонов лежит перпендикулярно остальным. Ничего подобного в своей жизни не видел. В поезде находились 238 пассажиров и 5 членов экипажа. Десяткам человек удалось выбраться из потерпевшего крушения поезда. Но многие оказались блокированы в покореженных вагонах. В течение нескольких часов спасатели резали смятый металл, пытаясь добраться до людей. Все было нормально, ехали ровно, и вдруг наша сторона вагона буквально взмыла в воздух. Как будто машинист резко ударил по тормозам. Мы были в третьем вагоне с хвоста. Он начал заваливаться, нам показалось, очень медленно. Ну вы же видели, что там творится. Вагоны крутило и крутило. Мы бросились к аварийному выходу. Повсюду были окровавленные, кричащие люди. Мы как могли помогали им. В половине 11 вечера поезд ждали здесь, в Нью-Йорке, на вокзале Пенсильвания Стейшн. Это был один из последних вечерних рейсов из Вашингтона. Самая напряженная в Америке ветка. Более 7 миллионов пассажиров в год. Все случилось на полпути, на окраине Филадельфии, когда поезд, миновав городскую черту, уже почти набрал максимальную скорость. В этом месте полотно делает большую дугу. Все произошло в считанные мгновения. 7 из 10 вагонов сошли с рельсов. Чудовищные разрушения. Алюминиевый корпус буквально разорван. Вы знаете, я не любитель красивых слов, но там настоящий ад. В первые минуты после катастрофы кто-то предположил, что произошло столкновение с товарняком. Однако сейчас уже известно, что второго состава не было. Маловероятно считают версию теракта. Впрочем, следователи сейчас перебирают все возможные варианты. Точная причина катастрофы не установлена. Жанна Агалаква, Григорий Емельянов, Борис Леонов. Первый канал, США.